Татьяна Анатольевна, какие события произошли в вашей жизни в нынешнем театральном сезоне? Ну, в этом театральном сезоне я совершила такой решающий и страшный шаг для актрисы, как поменять театр. Я покинула театр имени Ленинского комсомола и с сентября месяца прошлого года являюсь актрисой Московского театра имени Ермоловой. Вот, так что, да, конечно. Ну, я оставила театр имени Ленинского комсомола, потому что я какое-то долгое довольно время была без работы и, в принципе, не видела для себя дальнейших перспектив. Но, несмотря на это, мы расстались с театром хорошо. Я пользуюсь случаем, возможностью еще раз признаться в любви к коллективу театра имени Ленинского комсомола и к Марку Анатольевичу Захарову. Это моя беда, а не его вина, что не было у меня работы.